Калининградцы и жители области продолжают садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде, тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. За прошедшие выходные на территории Калининградской области за управление в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения освидетельствования, к ответственности привлечено 36 водителей. Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортным средством водителем в нетрезвом состоянии, необходимо немедленно сообщить по телефону 552-811.